песни, то не слушайте. Но мы никак не могли среагировать по-другому на этот абсурдный факт, поэтому это творческая необходимость. Песня очень сложная, да, поэтому... и главное не играть быстро. Мы напряжем все свои извилины. Никита Макаренко, эту песню не нужно играть быстро. Клянусь. Давай. Какой темп? Я не знаю по цифрам, чувак. 240 что? Нормально, потом разводимся. Дедушку, открыл, закрыл, глаза не верю я.